С вами Павел и Лариса. Мы живы и здоровы. Спасибо всем, кто за нас переживает и даже предлагает свой кровь в других странах. Сегодня у нас опять разговор. После споров мы решили в очень смягченном варианте рассказать об одном историческом событии в нашем регионе. Ну и кратко рассказать еще о некоторых исторических этапах. Мы вспомним сегодня еврейский погром 1929 года здесь, в Палестине, потому что этот погром отдаленно напомнил то, что происходит сейчас у нас в стране. И пусть и не в такой кровавой картине, которая царила почти сто лет назад. Евреи и арабы всегда были соседями. Иногда это было хорошее соседство, было и наоборот. Соседи мы сейчас и деваться некуда. Соседями и останемся. Как-то во время одной из экскурсий водитель араб, с которым мы работаем уже много лет, и ценим, уважаем его, сказал мне: Я слушаю, что говорят гиды, евреи, гиды-арабы, и рассказывают они абсолютно разные и зачастую противоположные истории. Об этих местах. И каждый свою историю верит, и у каждого своя правда. События погрома 1929 года, которые мы упомянем сегодня, начались у стены плача. У евреев было разрешение молиться у стены. На узкой площадке с 1911 года еще при турецкой империи евреям запретили ставить перегородки между женской и мужской частями, ставить стулья и скамьи. Но это было неудобно, и, конечно же, запрет часто нарушался к неудовольствию мусульман. В 1903 году арабы пожаловались опять за несоблюдение евреями запрета уже английским властям. Земли Палестины находились уже под контролем Британии. Перегородки запретили снова, чем вызвали негодование у евреев. В судный день 1928 года у Сины Плача уже царила накаленная атмосфера. Евреи выставили опять перегородки. Арабы стали жаловаться, мол, евреи ставят ширму и этим гнусным поступком нарушают святость места. Евреи отвечали, что без ширмы им нельзя. Мужчины и женщины должны молиться отдельно. Но англичане перегородку все же убрали. Запрет есть запрет. Кто был сейчас у стены плача, тот видел, что мужская и женская часть перекрыты между собой. Видели и боль большую площадь перед стеной. Но она появилась уже после 1967 года. Пока евреи возмущались, мусульманские подстрекатели стали повсюду кричать, что евреи собираются захватить не что иное, как храмовую гору. Они начали понемногу пакостить, возводить разные постройки возле стены плача и разрешили проход ослов водовозов, оскверняя святое место для евреев. Подстрекатели Иерусалимского муфтия переходили из одного дома в другой, подговаривая иерусалимских арабов принять участие в антиеврейских беспорядках. А потом мусульмане решили, что площадка, где евреи молятся и куда арабы пускают ослов, святая, прежде всего для них самих. Нашли для этого основания. После этого стали сыпаться в евреев камни и начались избиения. Камни в евреев возле храмовой горы, у стены плача, это, к сожалению, уже историческая традиция. 15 августа 1029 года был день поста 9 ава, установленный в память о разрушении первого и второго Иерусалимских храмов. Несколько сотен членов молодежного сионистского движения Бидар организовали шествие к стене плача. Они скандировали «Стена наша», пели еврейский национальный гимн «Надежда». Полиция была поставлена в известность и сопровождала марш во избежание беспорядков. Знакомо? Перед эскалацией теперешнего насилия еврейская молодежь тоже прошла с флагами и танцами. Но вернемся в историю. По городу понеслись слухи что якобы демонстранты напали на арабских жителей Иерусалима и проклинали имя пророка Мухаммеда. Уже через день прошла ответная демонстрация в мечети Эль-Акса. А потом проповедь с речами об угрозе исламским святыням и началось. Избиения, поджоги, летели камни в окна еврейских домов. Убили еврейского подростка в Старом городе. Кстати, сейчас в проповедях после молитвы в мечетях идет пропаганда, основанная на ненависти и призывы к убийству евреев. Зачинщиков наказывают, но через некоторое время все повторяется сначала. А такая пропаганда самая страшная и разрушительная. И заряженная ненавистью толпа ужасна. История. Через неделю массы арабов из окрестных деревень были в Иерусалиме на Храмовой горе. Среди мусульман Иерусалима пронесся слух, что в еврейском квартале Маяшарим якобы убили двух арабов. После проповеди, прочитанной муфтием Иерусалима, будущим союзником Гитлера Амином Аль-Хусейни, вооруженная ножами и палками арабская толпа, вышла из шхемских ворот старого города и понеслась населенные евреями кварталы. Англичане не были готовы к подобным беспорядкам и поначалу просто Бездействовали. Через некоторое время прибыло британское подкрепление из Египта. В Иерусалиме тогда 19 евреев были убиты, много раненых, сгорели синагоги и разграблены были. Мусульмане бушевали везде. И в Иерусалиме, и его окрестностях, в Хевроне, Цфате, Газе. Да, в Газе, в древнем библейском городе тоже был еврейская, была еврейская община. Самый страшный погром был в Хевроне. Многие погромщики, по свидетельству очевидцев, прибывали из Иерусалима и всячески подстрекали хевронских арабов. Это был праздничный субботний день, и он стал черной субботой для еврейской общины древнего города. Отряды Аганы еврейского боевого подразделения, зашли в Хеврон, зная уже о погроме в Иерусалиме, чтобы защищать еврейских жителей. Но евреи от их помощи отказались. Они уповали на внешние хорошие отношения с арабами и думали, что их никто не тронет. Рано утром по улицам города уже шла страшная толпа. Она была очень разъяренная и разогретая. Толпа, вооруженная ножами, колиями, вилами, торпорами и предметами для забоя и разделки скота. Полиции ее не удалось остановить. Двое еврейских юношей были убиты почти сразу. Погибло тогда в Хевроне 67 человек, и 53 были ранены из 700 человек еврейской общины. И это не были смерти от пулевых ранений, нет. Евреев страшно маниакально истязали. И маленьких детей, и младенцев в том числе. Читать хронику детей, происходившего в Хевроне, людям со слабыми нервами просто нельзя. В больнице Адаса в Хевроне уничтожили весь медперсонал. Зверски пытали, потом убили топорами всю семью фармацента Кершина Бенциона. А он лечил и арабов, спасал от эпидемий, болезней, лечил бесплатно арабских бедняков. И многие знали своих жертв и жили рядом с ними долгие годы. Евреи Хеврона отказались от военной помощи своих соплеменников только лишь потому, что верили в добрососедские отношения с мусульманами и считали, что с ними ничего не может случиться. Евреи Германии, кстати, тоже уповали на добрососедские отношения. Кончилось это холокостом. Но обязательно мы хотим сказать и другое. 28 арабских семей Хеврона дали приют в своих домах еврейским семьям. Тем самым они спасли две трети людей еврейской общины. Арабский доктор Абдала Алы предоставил убежище в своем доме еврейской семье, а позже ходил по городу, оказывая помощь пострадавшим. Хотя страшно рисковал при этом. А в некоторых арабских домах спасались десятки преследуемых. Власти полностью эвакуировали евреев из Хеврона и Газы. В Хеврон, немногочисленная еврейская община вернулась после 1967 года. В Газу никогда. В ходе мятежа в августе 1929 года за несколько дней были убиты и замучены 135 евреев. И еще около 300 были ранены. Тогда общее население евреев составляло порядка 150 тысяч. Прошлое возвращается. Террористы, исповедуя пропаганду насилия, основанную на ненависти, как будто идут по следам прошлого. Даже начальное действие полиции и бездействие полиции в наши дни напомнило действие полиции британской в ходе погромов 1929 года. И сегодня, во время проходящих погромов, так же, как и в прошлом, мирные арабы спасают евреев от линча, проявив человечность и милосердие. Виновные в нынешней ситуации должны быть жестко наказаны. И арабы, и евреи, которые приняли участие в беспорядках. Ненависть и так кипит. Куда же еще больше? А вопрос главный. Что требуют палестинцы сейчас? Вот это как-то не совсем понятно. А теперь о Газе. Многих интересует вопрос. А что же это такое вообще? Сектор Газа. Зачастую многие не понимают разницы между арабским анклавом в секторе, управляемой террористами и Хамасом, и палестинская автономия на западном берегу реки Иордан, управляемой ведущей политической партией Фатх. Обращаемся к истории. 1948 год. Мая этого года Британия сложила свои полномочия над Палестиной. Уже были созданы государства Ливан, Сирия и Иордания. Существовал и Египет. Эти-то государства и хотели поделить между собой бесконтрольные палестинские земли. С ними в Союзе была еще и Саудовская Аравия. В 1947 году решением ООН были разделены земли Палестины между евреями и арабами. Лучшие земли получили арабы. Сектор Газа тоже по этому плану входил в территории будущего палестинского государства. Евреи же были готовы на любые условия, лишь бы получить еврейское государство. Арабы были не согласны на часть земель и сразу отказались от предложенного ООН плана. Никто из арабских стран не предполагал, что евреи задержатся и задержатся настолько надолго. Как только британцы оставили Палестину, евреи объявляют о независимости и о создании нового государства Израиль. Это было 14 мая 1948 года. И на следующий день пять арабских государств, Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан и Трансордания а также Ирак и Йемен объявляют войну Израилю. День 15 мая у арабов называется Нагба, то есть катастрофа. В ходе победы израильтян кто бы мог предположить, что евреи устоят в этой войне? Тысячи напуганных арабов бежали со своих территорий, бросив свои дома и поселения. Этому способствовали и уверения арабских военных формирований. Уезжайте, скоро все кончится, и вы вернетесь домой а зачастую и страхом. Еврейские боевые отряды, тогда еще не было армии обороны Израиля, Цааль, действовали жестко, а в некоторых случаях жестоко. Известны случаи расстрелов, в том числе мирных арабских жителей. А я все думаю, что послужило причиной такой жестокости со стороны евреев? Может быть, в головах евреев была жива и еще болела память о погроме 1929 года. Но евреев за это осудили практически сразу а арабы бежали в страхе отовсюду, целыми семьями и становились беженцами. Война – это очень страшное дело. А куда они бежали? Да кто куда? Туда, где не было евреев. Территория сектора Газа была оккупирована Арабской республикой Египет в 1948 году. Египет контролировал сектор Газа вплоть до 1967 года. Восточный Иерусалим и западный берег реки Иордан оккупирован арабским государством Транс-Иордания и частично Египтом. Арабские государства не поддерживали идею создания Палестины. Были, правда, некоторые политические пиар-акции, когда король Транс-Иордания Абдала на Ирихонской конференции был провозглашен королем всей Палестины. И с 1950 года в одностороннем порядке аннексировал Восточный Иерусалим и западный берег реки Ордан после чего Трансордания была переименована в Иорданию. А потом еще одна война 1967 года в ответ на постоянные теракты, диверсии и убийства со стороны арабских территорий. Сектор Газа переходит с этого момента под контроль Израиля, как и Восточный Иерусалим, западный берег реки Иордан, а также голландские высоты, которые до этого находились под контролем Сирии. Арабы, оставшиеся после войны за независимость 1948 года на территории Израиля, стали гражданами Израиля. Остались и палестинские арабы, получившие гражданство Иордания. Остались и палестинские беженцы. В некоторых арабских странах есть лагеря палестинских беженцев. И там живут внуки и правнуки беженцев, свой статус беженца, получившие по наследству. Такого статуса нет у других беженцев в мире, только у палестинских. С 1949 года 60 тысяч беженцев осели на территории сектора Газа, оккупированного Египтом, который так и не дал им египетского гражданства. 180 тысяч переселились на территорию Иудеи и Самарии, на западном берегу реки Ордан, оккупированном Трансиорданией. Некоторые из них получили и орданское гражданство. В Израиле в границах линии прекращения огня остались порядка 150 тысяч арабов. Они-то и стали гражданами Израиля получив израильское гражданство. Часть арабов с арабской территории Палестины эмигрировали в соседние арабские государства. Сирия, Ливан и Ордания. На сегодняшний день в мире живут в разных странах почти 5 миллионов арабов с переходящим по наследству уникальным статусом палестинских беженцев. Итак, с 1967 года по 2005 сектор Газа находился под контролем Израиля. Израиль в 2005 году в ходе плана одностороннего разбеживания вывел свои войска и выселил своих граждан из ближайших территорий. Земля перешла под контроль палестинской автономии. А через два года в ходе переворота и жестоких действий к власти пришла террористическая организация ХАМАС. Там Хамас и по сей день. И более двух миллионов жителей Газа на сегодняшний день стали заложниками террористов. Весь мир кипит, большинство вообще не понимает происходящего. Все требуют от Израиля прекратить бомбить газу. Но почему так мало голосов за то, чтобы из газы перестали пускать ракеты по Израилю? Ракеты уже тысячами летят, а до этого летали годами по ближним газе городам. Выросло поколение израильских детей с психическими проблемами из-за постоянного страха и необходимости прятаться от бомбежек. Израиль отвечает пытаясь разбить террористические логово за час предупреждая о точечных налетах. Вот в Газе десятки погибших, а в Израиле единица. Жертв с еврейской стороны относительно мало потому, что есть система противовоздушной обороны железной купол. И то она не всегда срабатывает при обильном потоке ракет, а кого беспокоят израильские граждане, находящиеся в паническом состоянии под беспрерывными бомбежками? И что Хамас не дает себе отчета в том, что силы Израиля гораздо мощнее? И ответ будет соответствующим. И мы уже говорили в прошлом выпуске, что мирные жертвы, смерть детей совсем не заботят террористов. Чем больше жертв, тем лучше. Идет осуждение. Россия готова стать посредником в переговорах о перемирии сторон. А Израиль не хочет. Видимо, уже запас ракет подходит к концу в Газе. Потому и начали хамасники на перемирии говорить, как всегда. Но сейчас Израиль, возможно, и не станет нести в газу чемоданчики с наличными по договору о перемирии, а готов продолжать борьбу, борьбу с террором дальше. Всему миру показывает разрушение в газе. Хамас не видит этого, продолжает бросать ракеты. И с каждым годом ракет все больше и больше. И ракеты все мощнее. А что будет дальше? Через год. Ведь прошлый год тишины Хамас использовал для изготовления вот этих тысяч ракет. Вот вам и результат. А подавляющее большинство, конечно же, осуждает евреев. Соседи должны жить в мире, бесспорно. И пусть этот мир и будет с натяжкой, но все-таки мир. Без ракет и убийств. Большинство хочет жить спокойно, растить и учить детей, строить дома, благоустраивать свою жизнь и радоваться ей. И в быту арабы-евреи вполне себе уживаются и даже дружат. Но как теперь примирить арабов и евреев после этих погромов? Те, кто работал вместе и рядом жил, сколько времени и сил на это уйдет? Заживут ли душевные раны? Уже сейчас евреи и арабы, работающие рядом много лет, не смотрят друг другу в глаза. После подобных событий пропасть между народами только усилится. Сколько взаимных претензий останутся? Страна погрузилась в бойню и огонь. Народ идет на народ. Царит страх, хаос, насилие и ненависть. Кому это нужно? Это нужно однозначно террористам. Но израильские политики играют в политические игры, делая заложником этих игр нас с вами. Масштабы происходящего невозможно пока оценить, но они огромны. По данным представителей израильской полиции, за пять дней полиция получила 157 тысяч вызовов. Понятно, что силы полиции просто не могли охватить всех. Со многих мечетей до сих пор идут подстрекательские призывы. В социальных сетях также распространяются Хамасом видеоролики, разогревающие арабскую молодежь. Насилие и террор могут поразить только себе подобное. И это сегодняшняя действительность. Мы молимся за мир на Святой Земле и призываем к миру. Пусть поскорее вернутся наши мирные дни, наше мирное небо на святой земле, а ее граждане вернутся к созиданию, а не к разрушению. Надо всем понять, что так больше нельзя. Мы выражаем солидарность всем жителям многострадальных городов. Мы с вами. Всем огромный привет из Иерусалима.